Доброе утро! Всем бодрого начала дня! Сегодня 13 июня, четверг, а это значит, что в гостях у нас, как всегда, наш постоянный кинообозреватель Андрей Кулик. Да. Здравствуйте, доброе Андрей, утро, доброе утро! Доброе утро! О чем пойдет речь сегодня? Какие фильмы о приготовили? Фильмах. Ну, это понятно. Неожиданный поворот. Конкретнее. Значит, с сегодняшнего дня в прокате фильм Педро Альмодовара «Боль и слава». Угу. Это фильм из программы Каннского фестиваля, и за главную роль в этом фильме Антонио Бандерас получил приз Каннского фестиваля. И Бандерас – любимый актер Альмодовара, и его герой – это стареющий кинорежиссер. Угу. Почему называется «Боль и слава»? Он прославленный режиссер, живой классик, но в последнее время у него проблемы со здоровьем, у него с позвоночником. У него страшно болит спина, он не может уснуть. И вот воспоминания о детстве, о юности, о каких-то прежних фильмах. И он пытается разобраться с этим. И вот совершенно чудесный мальчик играет его 9-летнего, Пенелопа Крус, его мать. Это совершенно замечательное кино, и я очень советую посмотреть его. Есть такая возможность, есть такие сеансы, смотреть на испанском языке с русскими субтитрами, потому что это драма. Это вещь такая, которую дубляжом загубить. Ну, это Испания, вот этот язык, вот эти страсти. Эмоции, страсти. Конечно, на испанском звучат лучше. У нас это хорошо получается, когда наши начинают орать. Да-да-да. Вот. Пенелопа Крус, вот говорят, значит, что вот, когда ее слушаешь по-английски, у нее такой жуткий акцент, а вот когда ее слушаешь по-испански, совсем другое. Но смотреть на нее приятно на любом языке. Да, прекрасно. Вот. Поэтому вот «Боль и слава» очень советую. Это прекрасный фильм, я думаю. Ну, фильм для взрослых. Хорошо. Сразу предупреждаю. Далее у нас перезапуск. Крис Хемсворт. Ну, как бы, да, перезапуск. То есть это не продолжение. Да. «Люди в черном» International. Это другие актеры, другой режиссер. И почему International? Действие тех трех фильмов Лайон происходило... Лиам Нисон. Значит, кто там? Эмма Томпсон, так сказать, тяжеловесов. Вот. И теперь вот решили, International, да, решили выйти за пределы Америки, чтобы показать, что инопланетяне распространились уже по всей Земле, и где-то они сосуществуют мирно и сотрудничают с землянами, а где-то они несут угрозу, и вот за такими-то вот надо... значит, действие начинается в городе Париже, на Эйфелевой башне. Выясняется, что Эйфелева башня – это порт, куда прилетают на, это, хорошо, там, так, на смотровую так. площадку, там иммиграционная служба. Останкинская, что тогда? Ну, думайте. Хорошо. Вот. Да. И действие также происходит и в Лондоне, и в Марокко, и в Средиземноморье. То есть... А в России? Нет. Ну, опять. Зато мы видим женщину, девушку в главной роли, которая стала аналогом Уилла Смита, правильно? Ну да, да. И там напарники, которые, значит, там тоже вот... Это комедия, фантастическая комедия. Там всякие экзотические пейзажи. И, конечно же, показывают, насколько продвинулась компьютерная графика, как они напридумывали всевозможных инопланетян. Сюжет дурацкий, он не имеет никакого абсолютно значения. Главное, что это зрелище. Но если смотреть, то идти в кинотеатр. Хорошо. Андрей, а что более маленьким зрителям посмотреть? Да, для школьников фильм, который очень долго пробивался на экран, который называется «Бегство рогатых викингов», это своего рода Тимур и его команда в наши дни по повести Владислава Крапивина. Снимали это в Тюмени, на его родине. Видите, очень красивые мальчики, все дети. У меня такое подозрение, что их набирали через модельные агентства какие-то. Есть главный герой, 9-летний Джонни Воробьев, Женя. Вот. И просто вот ему нравится Джонни Депп в роли Джека Воробья. И он хороший мальчик. Вот. А есть плохой мальчик, хулиган, который собирает шайку. И они нападают на беззащитных малышей, отбирают у них там, грабят. И тогда вот Джонни, несмотря на то, что он такой малыш, он решает дать бой. И главное не сила, а мозги. Угу. Главное разработать план операции и атаковать. И вот это очень милое такое кино. Это не шедевр совершенно. Но очень приятно, что в Тюмени сделали фильм для детей. Это все, значит, видно, что это не распил бабла, а что с миру по нитке вот собирали для того, чтобы рассказать веселую такую историю о торжестве добра над злом. Поэтому я считаю, взрослым это будет неинтересно смотреть. Но вот школьники, я надеюсь, посмотрят с удовольствием такое летнее кино. Учебное пособие. Здорово. Да. Как надо обращаться с хулиганами. Да. Спасибо огромное вам. Мы вас, как всегда, благодарим. Ну и ждем встречи в следующий четверг.